На следующий день мы селимся в гостинице Golden Palace. Palace мы сейчас вам снимем. Просто не Golden, а вот Golden Palace. Стоит, ну вот мы приехали с 4 до 12. 10 тысяч тенге, $30. Гостиница довольно приличная, главное в центре города. А почему? Да потому что квартиры сейчас стоят так же. Поэтому смысл снимать квартиры приличные, когда есть такие же гостиницы, еще и завтрак включен. В квартирах точно ничего не включено.